Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. У нас сегодня с вами 8 августа 2016 года, и мы с вами начинаем утренний обзор валютного рынка для эффективной торговли. Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. Меня зовут Тулеген Уразалиев. Трансляция ежедневно ведется из города Алматы, с офиса официального партнера компании «Альпари». Мы с вами обсуждаем движение трех валютных пар – евро-доллар, фунт-доллар, фьючерс золота, применяя стратегию Last Kiss, которая позволяет нам определить разворот, вовремя зайти на рынок и вовремя выйти из него с использованием инструмента линии Фибоначчи. Данную стратегию можно применять на других валютных парах, которые вам нравятся, с использованием вашей основной стратегии, ваших любимых индикаторов и других каких-то сигналов для того, чтобы войти на рынок. Преимущество данной стратегии в том, что она позволяет с точностью из этого движения выйти. Вот. У нас в субботу был замечательный марафон в городе Нижний Новгород. Я еще раз приветствую всех новых знакомых с теми, с кем мы познакомились в городе Нижний Новгород. И желаю вам успехов в познавании той стратегии, с которой вы ознакомились в субботу с утра и до вечера. Я еще раз вас благодарю за то, что вы свой выходной провели вместе с нами, а именно с Алексеем Кузнецовым и с Анной Козыревой. А теперь приступаем к будням. Сегодня у нас 8 августа, понедельник. Смотрим, чем закончился нон-фарм пятницы и ищем новые возможности для того, чтобы заходить на рынок и выходить с него победителями. Я переключаюсь на экран для того, чтобы обсудить, что там происходит. Я думаю, что со связью все хорошо. И в чате еще раз вас всех приветствую. Доброе утро, доброе утро. Владивостока не вижу. Во Владивостоке... А, есть Владивосток. Во Владивостоке добрый день. Итак, давайте смотрите по традиции. Это наши с вами Фибоначчи, которые мы с вами растянули в пятницу утром, а в пятницу днем мы с вами не встречались. Итак, смотрим, чем же закончилось. То есть эти Фибоначчи не трогали. Можно ли было в них заработать или нет? Мы с вами по евро-доллару видели движение вверх по самому низкому парню пробития. Мы с вами встречались в пятницу, ну вот здесь вот получается, где? 5 числа в 6 утра мы встречались, 5 утра в 6 утра. Нужно было наблюдать, что будет происходить с этой Фибоначчи и по повторному выходу иметь цель 261. Мы видим, что евро-доллар не добил цель 261 и стремительно полетел вниз на нон-фарме. О чем это говорит? Это говорит о том, что американский доллар после этой новости очень сильно подорожал по отношению к европейской валюте. Достижения тейк-профита не было. Но сейчас мы с вами рассмотрим, что на самом деле тейк-профит здесь был, чтобы вы понимали, как нужно вести себя по данной стратегии. Теперь смотрим на фунт-доллар. Мы с вами определились с самым низким парнем по состоянию на пятницу. Был у нас выход. И четкое достижение 261 по цене 1.31749 было достижение 261 уровня, как мы уже с вами привыкли говорить, тютелька в тютельку. То есть перед нон-фармом, смотрите, этот коридорчик вышел. Касания 7.6 здесь не было, потому что прятаться нужно спредом ниже. То есть что такое спред по фунт-доллару, мы с вами определились. Если мы по евро-доллару прячемся на, ну и по фунту, и по евро-доллару, мы, по-моему, на 3 пункта ниже прячемся. То есть, если мы видим 31.22, это нужно стоп-лоссы ставить 31.19, к примеру. Что как раз таки я и делаю. Проверяем лоу, который был с касанием 7.6, лоу этой свечи был 31.21. То есть, он не ходил на 31.19. Почему? Потому что на 3 пункта я ниже прячусь. Пятый знак я не учитываю в торговле, потому что ну, привык работать по четырех знаку, то есть 1.31.22 здесь есть цена, сзади стоит восьмерка, она роли в принципе никакой не играет. И достижение тейк-профита было тютелька в тютельку, 31.74, тейк-профит должен стоять 31.71, на 3 пункта ниже ставлю, проверяем хай этой свечи 31.74, то есть тейк-профит благополучно здесь сносился на 261 уровне. И третья наша валютная пара, наша Фибоначчи с пятницы, выход, касания 7.6 не было, 161,
И здесь мы где-то с вами встречались. И вновь 161-й откатываем, и нон-фарм уносит актив в другой ценовой диапазон. Скажите, пожалуйста, у кого есть видео, потому что уже есть два раза, что видео нету. F5, либо если вы смотрите с мобильного устройства, у вас видео не будет, пока вы не закачаете специальную программку Adapt Video какой-то там, и после этого у вас даже смартфон будет показывать данную передачу. Итак, резюме пятницы. В пятницу днем надо было нам встретиться еще раз, но в пятницу из-за того, что мы не встречались, получается, что евро-доллар не достигает, фунт-доллар достигает цели тютелька в тютельку, и золото ходило только на 161. Теперь смотрите, я ничего не трогал, да, вот с пятницы. Давайте посмотрим, как себя ведет 4-часовка евро-доллара. Я ее немножко увеличу, и мы с вами ее прокомментируем. Вот это 4-часовка евро-доллара. Мы ее не трогали, и я сейчас увеличу. И вы мне, пожалуйста, скажите, а был ли тейк-профит на нон-фарме по евро-доллару по 4-часовке? Это с вами, вот это Фибоначчи, на самом деле, натянуто было испокон веков, хотел сказать, с прошлой недели. Итак, смотрите, полудуга 4-часовая, один единственный выход был, касания 7.6 не было, был сначала поход на 161, далее была добавка на сотки, четко на сотки, и нон-фарм четко отдавал 261, но от 4-часовки. Я думаю, что кто-то по 4-часовке участвовал, и этот тейк-профит он с радостью наблюдал. То есть здесь как раз таки классика данной стратегии. Полудуга, выход, крупная лотность закрывается на 161 уровне. Далее подходит к сотому уровню, то есть тестирует тот уровень, который пробивался. Мы с вами знаем, да, что сначала должно быть пробитие, далее тестирование уровня пробития и поход дальше, но только до уровня Фибоначчи. И вот тут возникает вопрос. Вроде бы нон-фарм, серьезная новость, летит куда-то непонятно куда. Кто может остановить нон-фарм? Только Фибоначчи. И вот Фибоначчи 261, движение нон-фарма останавливает, и нон-фарм затихает. Почему? Потому что в данном случае не только мы с вами, но и те ребята, которые активно этот актив продавали на других, там, не знаю, грубо говоря, кто участвовал по нон-фарму, дальше 1.10.51 они не пошли, потому что видят, что стоит 261 уровень, и боятся того, чего боятся все трейдеры, это отката прибыли. И откат прибыли состоялся, и тот, кто закрылся на 261, он забрал максимальную прибыль. Так вот, преимущество Фибоначчи в том, что вы будете иметь максимальную прибыль. Закрыться можно и сейчас, после нон-фарма, к примеру, но будет отсутствовать вот эта прибыль, которую можно было забрать при помощи Фибоначчи 48 пунктов, к примеру. Итак, 4-часовка Фибоначчи разрисована с прошлой недели, никто ее не подрисовывал, а она отрабатывает свой 261 тютелька в тютельку. Что такое зеленое, что такое белое, вспоминаем, это зона бая и зона села. Согласно референдуму, который проходил еще, вспоминаем, в июне месяце, когда референдум провалился, у референдума получилось два серьезных уровня. Первый уровень – это первая белая свеча, low, и второй уровень референдума – это первая противоположная черная свеча. Эта вот полосочка у нас стоит тоже с прошлой недели. То есть референдум провалился, откатил, и первый раз продолжил движение. И когда мы с вами первый раз встретились, у нас было с вами такое резюме, что евро-доллар находится в зоне бая, он же здесь где-то находился. Что вот так находится в зеленой зоне и как будто бы уходит дальше референдум. Но нон-фарм загнал вот этой агрессивной свечой, загнал евро-доллар опять в зону села. Но еще нон-фарм загнал евро-доллара в рейндж. В рейндж после референдумовски. Вот обратите внимание, то есть референдум после падения создал некий рейндж.
евро-доллар выходил из него, но Non-Farm загнал его в рейндж, а наша стратегия называется «Дисциплинированный трейдер в рейнже не торгует». То есть сейчас евро-доллар загнался в зону бездействия, то есть загнался туда же, и вот этот вот бугорочек мы будем считать, ну как бы, первая попытка евро-доллара уйти из зоны рейнджа референдума, вот сюда куда-нибудь, но Non-Farm возвращает его в то привычное русло июль месяца, когда трейдер должен был загорать на солнышке, лежать на пляже, но ни в коем случае не торговать, потому что есть такое правило: в восходящем тренде нужно только покупать, в нисходящем тренде нужно только продавать, в рейнже нужно отдыхать. Как можно больше нужно в рейнже отдыхать, чтобы, ну как сказать, приготовиться действительно к трендовому сезону. Итак, 4-часовка евро-доллар закрыл тейк-профит на уровне 261, и здесь мы сразу, ну как бы, соглашаемся с магией Фибоначчи. То есть все говорят, что Фибоначчи — это магия. Почему? Потому что если актив останавливается, на котором торгует весь мир, там, не знаю, там, и... Ну, действительно, весь финансовый мир торгует на евро-долларе, а он почему-то останавливается на 1.1051, и вы можете обосновать это, почему он останавливается на 1.1051. Окей, следующая валютная пара — фунт-доллар 4-часовка. Тоже у нас есть зона бая зеленая и есть зона села белая. Она определяется тем же самым референдумом. Референдум провалился. Первая белая свечка является серьезным уровнем. Далее мы провалились ниже этого уровня. Когда мы с вами первый раз встретились после моего отпуска, наша встреча была здесь. И я сказал, что до сих пор мой стоп-лосс по фунту живой. Он жил весь июль самостоятельно, и мы находимся в зоне sell. Выглядело это так. Стоп-лосс у меня на самом деле стоит вот по наручникам. От белой свечи до черной свечи стоп-лосс стоит на 76-м. Я сейчас уменьшу. Вот. Касания стоп-лосса не было аж на с 30 июня. То есть вход на рынок был здесь. Вот вам 161-я. Крупная лотность закрылась. И уже, в принципе, этот стоп-лосс для меня ничего не значит. Вот 161-й закрылся. Далее 76-й не касается. 76-й не касается. Цель у фунтика закрыться. Ну, у меня закрыться на 1.2411. По 4-часовке после референдума не пошел вверх, а пошел вниз. Первый стоп-лосс был получен здесь, повторный выход 30 июня, и второго стоп-лосса не было. Вот она, отдача крупной лотности. Этот стоп-лосс уже отыгран, и будущие стоп-лоссы уже отыграны, потому что здесь крупная лотность дошла до 161-го. И теперь цель у него 1.2411. Вот. Но что сделал фунт-доллар? Он сделал, ну, как бы, такое приятное движение. Он оттолкнулся все-таки от сотки, то есть он подошел, оттолкнулся и пошел дальше. Сейчас уберу эту Фибоначчи. Пошел дальше по своей собственной Фибоначчи, то есть, грубо говоря, вот в этом восходящем движении, кто был самый высокий парень? Вот это движение было высоким, оно было пробито. Чтобы его понять, нужно перейти на, ну как сказать, на линейный график. Мы с вами договаривались, да? То есть, если мы не можем понять, где самый последний максимальный импульс, то лучше посмотреть на линейный график. Смотрите, линейный хорошо показывает: раз, каждый хай выше предыдущих хаев, лоу, каждый хай выше предыдущих лоу, каждый хай выше, и после вот этого хая пробивает последний решающий лоу, пробивается, ну вот так вот. Вот так вот вы можете растянуть для анализа. И вот в этом месте нужно было принимать решение на вход. Если вы обнаружили новый секрет, Сергей, обязательно делитесь, потому что с сентября месяца мы работаем со всей аудиторией. Если вы нащупали секрет, говорите, и наша стратегия станет сильнее. То есть мы будем получать меньше стоп-лоссов. Я буду пока продолжать. И вот в этот момент, если вы хотите войти на рынок, нужно просто перейти на свечной анализ. Бумс. Ага, значит, заходить нужно было здесь. Далее улучшить свою позицию на уровне 100 и крупную лотность забрать на 161, а мелочь пузатую нужно отпустить на 261. Вот здесь вот четко была тютелька в тютельку, добавка 31.745. Хай проверяем. Хай этой свечи 31.746. И вы еще раз убеждаетесь
с магией Фибоначчи. То есть 745, представьте, а хай этой свечи 746. При том условии, что пятый знак вообще не учитывается. Вообще не учитывается. Поэтому новичкам, те, кто не может разобраться в безобразии разноцветности и прекрасности японских свечей, пожалуйста, переходите на линейный график, и ответ будет готов. И вот здесь можно прекрасно видеть, что это был последний импульс. После этого пробили лоу решающий, который определяет восходящий тренд, который определяет восходящий. И нужно приступать к продажам. Но все, кто знают, что при пробитии уровня нужно приступать к продажам, они не знают, где закрывать свою прибыль. А вы им теперь можете четко сказать: прибыль закрываешь 30-63, 28-83. Итак, Сергей пока еще не поделился, но Павел пишет: по фунту тоже жду 1.25, первая цель уже получена, ссылку он предлагает копировать. Ну да. Цель вот 1.28 это точно, а что там будет дальше 1.25 еще пока что неизвестно. Но слово точно на финансовых рынках, конечно, говорить нельзя, поэтому я не буду говорить точно, я просто буду говорить может быть, может быть, может быть. Вот, все так и сделал. Отлично, молодцы. Данные обзоры нужны для чего? Не для того, чтобы их копировать, а для того, чтобы учиться. Многие спрашивают, а есть у вас обучающие семинары? Я говорю, каждый день, два раза в день мы занимаемся обучающим семинаром. Для чего? Чтобы вы уже научились сами коридорчики находить, включаете обзор и говорите: «Ха, у меня точно такой же коридорчик». И все, и через некоторое время, я еще раз напомню, из 30 тысяч слушателей, которые уже научились торговать, большая половина уже не смотрят эти обзоры, а сами растягивают Фибоначчи, придумали себе секреты, вот как Кутузов Сергей себе придумал секрет, и уже активно зарабатывают по данной стратегии. Необходимо, чтобы вы растянули Фибоначчи на паре евро-доллара на последнем поцелуе вторника за тот красивый белый одноцвет и растянули еще на две красные свечи, которые нарисовал Нонфарм. Красных свечей у меня нету, но я постараюсь. Так. А на каком графике? На часовке? Давайте на часовке сделаем то, что предлагает Сергей. Необходимо растянуть Фибоначчи за последние две белые свечи. Вот так он предлагает. Необходимо, чтобы выразили на паре последнего вторника за тот красивый белый цвет. И растянули еще на две красные свечи, которые нарисовал Нонфарм. Две красные свечи, это вот так вот растяну. Вот так вот. Ну или вот так вот. Я не знаю, как. Если по правилу, то вот так, да? На часе. Вот. И получается, что это уровень 50-й, что это. Что... Ну, пока не могу понять, о чем речь. Сергей, напишите мне письмо. И я обязательно напишу, что корректировка по данной стратегии внесена Кутузовым Сергеем, он же является соавтором стратегии «Последний поцелуй». И вот с этой корректировочкой, соответственно, можно получать больше тейк-профитов, нежели стоп-лоссов. Напишите письмо, простым языком опишите, что какое наблюдение для вас было, не туда включился, для вас было приятной находкой. На самом деле, смотрите, я почему говорю, что нет, вот видите, Сергей пишет нет, потому что нужно письмо с вашим рисунком, хорошо? А мы потом продолжим. И я скажу, в следующем обзоре уже оглашу о новом секрете. Так, я к чему говорю? А находки у вас обязательно должны быть. То есть самый лучший трейдер — это тот трейдер, который получил идею и сидит, накладывает разные Фибоначчи слева направо, за тень, за тело, за еще за что-нибудь натянул и создал новую стратегию. Но я поделюсь сегодня с вами еще одним своим секретом, очень таким интересным, увлекательным. Дело в том, что вот... Чтобы начать утро по данной стратегии, нужно понимать, в каком состоянии мы сейчас находимся, что мы пробили и где мы откатили. И вот первый пример. Пришли вы рано утром сегодня на работу. Обязательно нужно нарисовать вот такую картину. Картинка эта выглядит вот таким образом. То есть вы видите какое-то падение, в этом падении, к примеру, вы не участвовали. И вы говорите: о, классно, а что вчера Барак Обама чихнул? Или там еще что-то произошло? Почему вот все это вниз полетело?
Вот. И вы говорите, ну ладно, полетело так полетело. Полетело, значит, долетело всего лишь до суда. И уровень, вы знаете, что определяет лоу белой свечи. Вот. Но когда она летела, она, естественно, пробила вот это. Вот. Это лоу белой свечи. Вот это. И все, и у вас уже готовая картинка. У вас уже готовая картинка, и вы прекрасно понимаете, что вот этот уровень, это, ну, как бы он условный. Почему? Потому что здесь есть еще один лоу. У него есть предшествующий уровень, это вот хай вот этой черной свечи. Ну и ставите сюда еще одну полосочку. То есть на самом деле было вот так вот, был серьезный уровень, его мы пробили, дали его оттестировали, пробили еще раз, ушли куда-то head and shoulders, пробили и вернулись. У вас вот получается вот такие вот три уровня. На самом деле в мире трейдинга ничего сложного нету, я вам сейчас покажу head and shoulders настоящий, и как он по-настоящему отрабатывает, да, то есть, как бы, что все работает технично, и тот, кто научится, ну, как бы, рисовать все это, у него будут тейки просто с точностью до пункта. Все, вы поняли, что вот этот момент, вот этот момент, еще раз повторюсь, что это очередной секрет для новичка, ну и для старичка тоже, чтобы он понимал, что уровень не бывает конкретный, а он канальный уровень бывает. То есть сначала он определяется хаем черной свечи, дальше он определяется лоом белой свечи, потому что отсюда мы могли, безусловно, улететь вверх, и тогда мы сказали, вот от толщины этого канала евродоллар ушел вниз. Но он пробивает эту толщину канала и рисует новый уровень. Теперь смотрите head and shoulders, как себя классически повел по всем трем валютным парам. Что такое head and shoulders? Head and shoulders — это выдумка писателей. То есть, ну, я, кто давно смотрит семинары, помните, мы придумали с вами фигуру голова лошади, там, не знаю, летающий дракон, ползущий бегемот, там, ну, всякие у нас разные были, да. Вот. А head and shoulders — это после того, как все это произошло, писатель говорит, слушай, я могу написать книгу и на этом разбогатеть. Дело в том, что вот здесь был лоу, который последний раз отправлял на хай, и здесь был лоу, который не нарисовал новый хай, а закончился пробитием. И он берет полосочку и цепляет эти два лоу. И получает готовую картинку. И как раз таки обратите внимание, где сейчас находится евро-доллар. Он находится в пробитии head and shoulders, в тестировании с обратной стороны. И этот уровень для него серьезный, он никак его взять не может. И говорит, слушай, кто-то сюда поставил забор, кто это? Человек, а вы себе говорите, это я, грамотный трейдер, поставил сюда забор. Но этот забор уже роли никакой не играет, потому что head and shoulders достигает своей цели тютелька в тютельку вот здесь. И эту цель вы могли угадать заранее. Почему? Потому что эту цель определяет хай, который был, грубо говоря, который определял первый раз уровень этого канала. И вы знаете, что хай определяется черной свечкой. Ни в коем случае не белой, а черной свечкой. И перетягиваете отсюда параллель за черную свечку. А, ну здесь получилось, придется за белую тянуть. Ну вот так вот, смотрите. Красота, красота. Ну, вот это тестирование нужно учитывать. То есть пробили, видите, вот оттестировали, то есть, ну, получается, нужно растянуть вот сюда, чтобы вот здесь был тестинг, вот здесь, чтобы вот здесь тестинг был. И тогда вот здесь у вас будет тестинг тютелечка в тютелечку. Вот весь секрет. По данной стратегии, по данному секрету готовится новая стратегия и новый семинар, который вам позволит без всяких ласткисов, понимая, чего хочет рынок, забирать с него прибыль. Здесь вы будете видеть четкие тестирования, и вот здесь вы будете четко забирать прибыль, потому что будете уметь пользоваться данным инструментом. Нужно пробитие, нужно обязательно тестирование, и тогда вы второе тестирование получите вот здесь. Добро пожаловать на презентацию новой стратегии. Еще раз повторюсь, что все абсолютно валютные пары закрылись именно так. Был уровень. Есть уровень. Пробился? Пробился. Где закрыть его вот здесь? А, это даже не тот уровень. Где закрыть? Ну, во-первых, смотрите, где закрыть вот это, да? Растянули и перетянули. А, нет. Все понятно. Я сейчас растяну, но секрет я вам расскажу после всего этого. Смотрите. Видите, здесь движение тютелечку в тютелечку. Видите?
Как это движение можно было угадать? И при чем тут вот этот хай? При чем тут этот хай? И я думаю, вы догадаетесь самостоятельно. Заинтриговал? Мое дело заинтриговать, а чтобы было побольше народу на следующем, на следующей, ну, стратегии. Вот. И этот, как его, золото сделало то же самое. Есть уровень, есть пробитие уровня и есть четкое достижение другого уровня. Вот здесь. Тютелька в тютельку. О, презентация скоро. Сейчас мы подготовимся чуть-чуть после отпуска. Нужно просто добавить еще один семинар, чтобы было интереснее. И нам действительно будет с вами интересно. Итак, ситуация на сегодня. Ситуация на сегодня. Нон-фарм провалился до суда. Нон-фарм пробил вот это. Следующая валютная пара. Нон-фарм провалился вот до сюда. Нон-фарм пробил вот это. И следующая валютная пара. Нон-фарм провалился вот до сюда. И нон-фарм пробил вот это. Именно эти полосочки вам помогут торговать. Помогут торговать. Теперь давайте перейдем на евро-доллар и тщательно его рассмотрим. Возьмем страну Вульф. Вульфы тоже помогают, кстати. График еще при цене, они уже видео. Okay. Теперь вот из этих двух уровней, соответственно, мы понимаем, что чтобы нам уйти в last case, нам нужно пробить этот уровень, а это будет очень сложно. Почему? Но я просто сейчас комментирую, смотрите, чтобы уйти в last case, нужно пробить вот этот уровень, а на этом уровне мешается еще и вот эта вот палочка. Вот эта вот палочка. Смотрите, вот это вот, вспоминаем, вот это. И что мы сейчас видим, то есть мы один раз подошли, сейчас второй раз подходим. Вот. И если мы его пробьем, то тогда это уже и будет, в принципе, ну, как сказать, момент, что нужно будет заходить, куда-то идти по Фибоначчи. Все, Сергей отправил письмо, я его получу, почитаю. Поэтому здесь, в данном случае, наблюдать за вот этим ласкисом, это все равно, что заранее знать, что его не будет. А если все-таки это будет, то это будет очень серьезная заявка. Заявка на что? Заявка на что? Уменьшаем. Если все-таки вот этот last case будет, то это будет очень серьезная заявка, что евро-доллар вновь выходит за пределы вот этого, и тогда будет хорошая заявочка уйти по всем различным Fibonacci вверх. То есть вот эта серьезная зона бая, куда мы вряд ли вернемся, Но если мы туда вернемся, тогда будет очень серьезная заявочка по вот этому last case. Так, вот за эти две черные свечи я и просил растянуть. Ну, вроде бы я за них и растянул. Хорошо, я почитаю письмо и обязательно на дневном графике мы расскажем. А пока что евро-доллар после вот этого head and shoulders заявляет о том, что он хочет пока что прийти вот сюда. Поэтому, что здесь работает? Давайте теперь увеличим и теперь перейдем к нашему last case, основному. Кто был в пятницу самый высокий парень на деревне? Определяем. Есть пробитие 261 уровня, значит, take profit стоит на 685. Сюда пока что евро-доллар стремится. Что, какая есть опасность разворота? Опасность разворота выглядит вот так. Вот и есть last case. То есть сейчас все нормальные люди должны стоять sell до 1.10.17, но перевернуться на 1.11.60. Я думаю, что по старому last case это все понятно. То есть мы идем в выход из канала с пробитием 261, цель добраться вот до сюда. Сейчас очень выгодная позиция, поэтому я отправляю sell. Пока что сел, отправляю, стоп-лосс 76, но никому не рекомендую, если кто-то не понял до конца моей мысли. Вот. Есть у меня рентабельность, то есть не очень-то хорошая, в стоп-лоссе 45 пунктов, в тейк-профите 80 пунктов. Ну, 1.3-1.4 где-то примерно так. Но сразу же перевернусь на 1.11.60. Вот.
Это я еще раз говорю, это был, вначале был анализ, а теперь чисто по ласткису. То есть ласткис, он что? Он упрощает подход стратегии. Не надо вот это рисовать, head and shoulders искать, какие-то прошлые уровни, а вдруг я их не найду и так далее. Поэтому вот кто ничего не хочет идти искать, он просто говорит, кто был самый высокий парень в пятницу и кто был самый высокий, самый низкий парень в пятницу. Получается, что это что? Range. Но в этом range есть sell. Выглядит sell вот таким образом. И в этом рейнже есть buy. А buy выглядит вот таким образом. Buy более обширный, sell более близок. Окей. Следующая валютная пара. Фунт-доллар. Фунт-доллар. То же самое. Мы определили, куда мы провалились, куда мы идем. И у нас тоже есть вот такие вот заявочки. А я сейчас по евро-доллару сейчас вытяну немножко прибыль, чтобы было, ну, как бы интереснее. Кто был самый высокий парень по фунту? Выход с пробитием 685-го. Значит, take profit должен стоять на 1794-м, по идее. Я отправляю sell. Новый ордер, sell. Отправляю, стоп-лосс. Я сейчас покажу, как я подкорректирую все это. Стоп-лосс где-то там 76-й, к примеру, take profit 1794-й. Почему? Потому что выход был с пробоем 685-го, перепрыгиваю take profit там через уровень. И следующая валютная пара. Увеличиваю. Кто был самый низкий, кто был, кого мы пробивали. Подождите, здесь по-другому немножко. Кто был самый высокий парень в пятницу, и у него есть вот такая вот Fibonacci. Раз, два. Выход с пробоем 423-го, значит, иду я на 1109. На 1109. Отправляю sell. Sell. Стоп-лосс 76. Take profit 261. Сейчас покажу все. Сейчас все покажу. Уменьшаю, чтобы было понятно. Все. Ну, здесь действительно sell. Да? Все, теперь моя задача какая? Теперь моя задача какая? Сократить стоп-лосс и по возможности увеличить тейк-профит, чтобы получить рентабельность. Ну, давайте начнем с евро-доллара. Для того, чтобы все это сократить, нужно уменьшить. Уменьшаю. Убираю старую Fibonacci. И вижу, что после одноцвета было пробито, криво согнуто, выпукло вогнутое, по башке два раза ударенная полудуга. И я перехожу на нее. Перехожу. Стягиваю. И что я делаю? Подтягиваю стоп-лосс ближе, вытягиваю тейк-профит дальше. Ну, рентабельность стала замечательная. В стоп-лоссе 30 пунктов, в тейк-профите уже 100 с лишним пунктов. То же самое я делаю с фунтиком. Уменьшаю его в размерах и говорю, ага, одноцвет был пробит, но после этого был пробит криво согнутая, выпукло вогнутая полудуга с применением правила номер 2. И она дает возможность мне передвинуть стоп-лосс. И она же дает возможность мне передвинуть тейк-профит на 423, потому что выход из канала был с пробитием 161 уровня. Рентабельность у меня стала 30 пунктов против 180 пунктов, 1 к 6. И золото делаю то же самое. Одноцвет пробит. Уменьшаю все это, уменьшаю вот это тоже в размерах, вижу, что криво согнутое, выпукло вогнутое тоже пробито с применением правила номер 2. Это будет выглядеть вот таким образом. Выход без пробоя 161, стоп-лосс тянется ближе, тейк-профит подтягивается ближе. Ну вот здесь ошибочка произошла, зря по золоту заходил, потому что прокола 161 не было. Вот. И люди должны были заходить на открытие вот этой свечи. То есть по золоту получилось, рентабельность немножко не достала. Все. Зря я там нарисовал, надо было это все это здесь нарисовать. Сейчас, секундочку, сюда перерисую, чтобы было красиво. Перерисую. В данный момент я пока на комментарии не смотрю, потому что увлечен рисованием. Вообще, когда меня спрашивают, а чем вы занимаетесь, я говорю, увлекаюсь Форексом. Они говорят, вы работаете или увлекаетесь? Я говорю, увлекаюсь. Работать это от слова раб, то есть идешь и работаешь, а увлекаешься это от слова влечение, то есть свобода какая-то там происходит. Поэтому я рекомендую вам увлекаться Форексом, а не работать на Форексе. Итак, все, переводим. Ну вот так вот
я с утра бы нарисовал бы сделочки, уже выставил бы и пошел бы налить себе очередную чашечку кофе для того, чтобы успокоиться. Все. Примерно вот так. Теперь читаю комментарии. Я больше 2 месяцев не мог смотреть ваше выступление из-за низкой скорости интернета. Что такое last kiss? Понять не могу. Last kiss с английского переводится last. Это последний. Kiss — это поцелуй. Последний поцелуй. Хотя в Нижнем Новгороде мне порекомендовали переименовать данную стратегию, потому что последний несет такую, ну, отрицательную энергетику. Ну, нельзя говорить последний раз, последний там еще что-то. Поэтому мы скоро ее переименуем. Он будет просто называться страстный поцелуй. И все. Не последний, а страстный поцелуй будет. Могу ли я прийти к вам, чтобы пообщаться? Можете. Если вы алматинец, приходите в офис, будем общаться плотно. Всех алматинцев приглашаю в офис, потому что у вас уникальная возможность задать вопрос, получить ответ. Я с вами прощаюсь на 6 часов. Всем желаю удачи. Все свои наблюдения присылайте мне на почту. Ну, если, конечно, не жалко. А если жалко, то храните их в своих сердцах и богатейте сами. Поэтому, если кому-то не жалко, пишите рекомендации. Еще раз говорю, стратегия должна при помощи вас замодифицироваться таким образом, чтобы в ней было минимальное количество стоп-лоссов и максимальное количество тейк-профитов. Давайте одним глазом, кстати, посмотрим на нефть, как она хорошо движется к своей цели согласно нашей Фибоначчи, смотрите. То есть нисходящий тренд был пробит, пробитие 161-го. Хорошо закрываем крупную лотность, вернее, на 161-м, то есть чувствуем этот уровень, цель дойти у нефти 43-34. И российский рубль делает то же самое. Хорошо чувствует Фибоначчи, напомню, которую мы с вами нарисовали на прошлой неделе. То есть эти Фибоначчи никто не трогает, они нарисованы как наш с вами сценарий для движения рынка. И рынок движется по нашему сценарию. И рубль тоже приходит на 64, встречает по дороге нашу с вами Фибоначчи и откатывает немножко от нее. Вот теперь все. До новых встреч. Всем огромное спасибо за то, что вы со мной. Желаю вам большого трейдерского успеха. До 12:30 по московскому времени.